Друзья, всем привет! Продолжим сборку Делориана. Это идет выпуск 19 по ссылке, номера 105 по 110. В этом выпуске у нас большая часть идут это кучек коммутационных коробок, всяких жгутов, решеток, проводов оптоволокна, просто проводов и, как я понял, запаска для, ну, для самого Делориана, который будет спереди у нас установлен. Ну и там по мелочи. Не будем медлить, начнем сборку. Сборка будет поэтапно. Все будет, значит, по тайм-кодам разбито. Кому интересно, посмотрите, прям начиная со 105 по 110. Если какие-то будут нюансы, я буду говорить. Ну и теперь поехали с распаковки и сборки. Сборка аналогична, как и в 104 номере. Мы поставим коммутационную коробку и проложим вот эти вот оптоволоконные провода. И по сути на этом закончим. Перейдем дальше к установкам, к установке уже решеток, значит, держателей креплений самих и других коммутационных коробок, которые расположены с задней части машины. Видим то, что у нас осталось. На этом 105 номер мы закончили и переходим уже дальше. То шестой комплект деталей. У нас тут снова коммутационные коробки, два диода, там проволочка и какие-то крепления, которые мы будем устанавливать уже назад. И давайте приступим.
Итак, я подключил коннекторы, у меня, к сожалению, с правой стороны, если смотреть, как машина стояла, у меня очень короткий, поэтому я его там кое-как затолкал. А эти провода у нас остался небольшая проволочка, надо просто связать, скрутить и привязать как раз к этой трубке, а потом закрепить. Установку коммутационной задней коробки мы все закончили. Я сейчас немного подправлю вот эти провода, уберу просто вовнутрь. И перейдем уже дальше к сборке тому, что осталось. Эти пластинки с решеткой я сейчас откушу и подготовлю, чтобы они были уже готовы на установку. И перейдем уже к сборке. Так, первым делом уложим оптоволокно ровненько, дальше установим вот эти вот сегменты заднего контура. И дальше это все прикрутим, ну, поверх решетки, и по сути на этом все. Правая сторона аналогично будет собираться, поэтому я сделаю ее быстрой сборкой, потому что там ничего не поменяется, просто правая сторона. Все контуры подписаны, L4, L1, L2 и L3. Ну, поэтому начнем, и вы все увидите сейчас наглядно. Thank you.
107 номер мы закончили, мы проложили, установили все решеточки, значит, вот эти вот, как они называются-то, сегменты контура индуктора. Я еще чуть-чуть поправлю вот это оптоволокно, чтобы она не выходила. И, в принципе, все. 108 сделаю быструю сборку, потому что там аналогично, как и в этой. Поэтому переходим к следующему набору деталей. И мы плавно перешли к 109 комплекту деталей. Тут у нас идут всякие жгуты, трубки, детали тахионного генератора, ну и винты, так сказать. Это все устанавливается с задней части, тут под отверстие. Ну и приступим. Первым делом нам надо просто связать проволокой шланг и провод в трех местах. И вот этот шланг и провод в двух местах. Ну а дальше все детали уже соберем по факту их установки.
Мы закончили 109-й комплект деталей, вот установили как раз все на свои места, тут немного было, и перейдем к 110-му, последнему номеру, там всего лишь одно колесо, стеклоочистители, так сказать, дворники, и по идее все, мы это просто уберем под капот и установим на лобовое. Приступим к сборке колеса. Тут достаточно простая затея. Нам надо всего лишь вставить диск. Ставить, вот, так сказать, колпак. И это все установить, ну, закрутить. И потом это колесо мы просто уберем под капотное пространство, где его запаска должна лежать, и установим еще дворники. По идее, все. И на этом мы закончили сборку номеров 105-110. Дальше мы будем собирать уже заднюю накладку, которая будет сюда устанавливаться цельная. И там еще мелочевка, которая осталась. И подытожим, что мы сделали. Мы установили коммутационные коробки, провода, оптоволокно. Также провода и кабели, именно тоже декоративные, именно соединяющие коммутационные коробки, это генератор поля, кабеля, провода и также сетки спереди, сзади и по бокам. Также не забыли установить спереди запаску и дворники. И на такой большой проделанной работы мы будем прощаться. Спасибо, что посмотрели данное видео. Обязательно поставьте свой царский лайк, не забудьте подписаться на канал и прокомментировать видео, как вам вообще DeLorean, легко собирается или сложно. Вот для меня очень тяжко выходит с количеством проводов, потому что их очень много, и сборка затягивается достаточно надолго. Ну, а вы напишите свое мнение. С вами был Андрей, всем пока-пока.